Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале The American Boy. И что мы делаем сегодня? Сырники! Сырники! Мы бросили два сырых яйца. Весь сыр, который у нас был. Смотри, вот этот сыр. А вот это eggs. Скажи eggs. Яички это eggs. Окей, продолжаем. Следующее. Не, еще кушать не надо. Следующая вещь, это будет муку бросаем. Окей, сахар мы взяли. Пересыпали. Кстати, передаем привет Sister Twins. Паулине и... Как же звать вторую девочку, простите? Как делать? Как вторую девочку звать? Ну, короче, двум девочкам, которые нам заставили челлендж сделать с яблочками. Яблочки нас еще ждут. Мы этот челлендж сделаем, не переживайте. Но сейчас мы вам челлендж, если хотите, конечно, это не обязательный челлендж. Можете сделать сырник по-вашему. Итак, бросили это, высыпаем сахар. Да? Да. Давай, бери ложкой и выгребай сахар. Вот так. Вау! Боюсь, что я много сахара сделал. Так, а теперь будешь мешать это, да? Начинай мешать, а я пошел за мукой. Скажи, сахар на английском как будет? Нет, там немножко сюда. Сахар на английском будет sugar. Скажи sugar. Sugar. Сахар. Сахар. Все, давай, помогай папе. Сколько считаем? Номер А. Один, да, полные, два, последнюю полную с горой, three. Почему такой мешок? Потому что мы печем хлеб с вами, и нам нужно много муки. Окей, приступаем к мешанию. Так, боюсь, что мы все сделали. А немного получилось. Как-то многовато. Итак, следующий этап это жарить. Ты готов? Готов. Поехали. Окей, что мы сделали? Налили оливковое масло. Не оливковое. Grape oil. Виноградное Короче, экстракт виноградной косточки. Бросили сюда и... Что? Коко. Коко и вот это вот черненькое, что? Изюм. Raisins. Сейчас посмотрим. Проверяем, как оно лепится. Мне кажется, нужна еще муки. Масло уже начинает кипеть. Ну, если мука, вот она мука. Насыпали сюда. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Правильно. И вот последний, седьмой ставим. Толстый. И на этот... Семь. Правильно, семь. И потом у нас еще остался второй заход. Чайник закипел, выключили, засвистел. А они все жарятся и жарятся, сырники наши. Проверка. Подрумянились ли наши сырники? Да, подрумянились. Сильно подрумянились. Переворачиваем. Как переворачиваю на английском? Мама, как будет? Flip. Flip. Скажи flip. Flip. Да, окей. Хочу кушать. Ты хочешь кушать? Да. Окей, сейчас будем. Что мы делаем? Накрываем это, а потом делаем температуру меньше, на 2. И закрывай крышечку, Лео, закрывай, чтобы оно там прокоптилось внутри, да?
Все, все готово, подрумянилось. And it's ready to go to the plate. Готово. Ложиться на маленькую блюдице. Тарелочку. Раз, два. Считай. Три. Есть whipped cream? Красава! Давай. Мама сделает whipped cream Лео и потом папе. Вау! Красава! И теперь папе. Найс! И Лео теперь пробует первую ложечку. Говорит, как вкусненько. Сырок. Макаешь его в сметанку и в крем. И теперь... Вкуснятина. А теперь скажи всем thank you very much. Twin sisters, принимайте наш челлендж. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайк. Bye-bye. Вообще, друзья, как повар, я сам вам скажу, что весьма вкусно. Я в себя не верил. Я не думал, что я так могу сделать. Ну, с помощью Лео и мамы. Это получилось. У меня сейчас самооценка. На коня верхом садясь. Ярослав не в час разлуки.